Добрый вечер. Вновь мировой рекорд в легкой атлетике. Вероятно, у наших легкоатлетов уже наступил момент, когда они готовы радовать нас, если хотите преподносить сюрпризы, которые для кого-то из них закономерность, поскольку являются результатом тщательной подготовки к олимпийскому сезону. Галина Чистякова в Ленинграде на мемориале братьев Знаменских прыгнула в длину на 7 метров 52 сантиметра. Ее класс общеизвестен, и тем не менее, она оставалась как бы на вторых ролях, уступая лидерство мировым рекордсменкам. И вот первый шаг к низвержению этих традиций сделан сегодня. На 7 сантиметров сумела Чистякова превзойти достижение, принадлежавшее Хайке Дрекслер ГДР и американке Джеки Джойнер. Надо ли говорить о том, как это важно ей для уверенности перед Олимпиадой. Там же, в Ленинграде, приз братьев Серафима и Георгия Знаменских на дистанции 10 тысяч метров завоевал спортсмен из Эфиопии Вададжи Булди. Новое имя открыл нам финал бега на 100 метров у мужчин. Казахстанец Виталий Савин сумел опередить признанных лидеров спринта и финишировал через 10,15 секунды. Результат, который наших стадионов довольно давно уже стал редким. А обладателем приза братьев Знаменских в беге на 1,5 километра стал Игорь Лотарев. Темп бегу поначалу не предполагал, казалось, высокого результата на финише, однако 3 минуты 40 и 96 секунды для начала сезона не так уж плохо. И практически все сильнейшие кабиметальцы мира вышли сегодня в сектор. Победу одержала олимпийская чемпионка Петра Фелька из ГДР, каждый бросок которой был за 70-метровую отметку, а самый дальний на 74 метра. А вот рекордсменка мира Фатима Уайтбрид из Англии на сей раз только 6-я, и это неожиданность.